Сегодня мой творческий канал случайно попал в зимнюю сказку. И сегодня я покажу, как мастера своего дела делают прекрасные фигуры из льда. Я думаю, это будет интересно не только тем людям, которые интересуются темой тату, но и всем творческим людям, которые смотрят мой канал, и всем клиентам, которые смотрят мои видео. Итак, поехали, посмотрим, как это происходит. Все начинается вот с таких глыб. Глыбы спаиваются водой. И начинается процесс создания ледяной скульптуры. Двигаемся, говорю. Цепь порвалась. Цепь лопнула прям на ходу.
у дяди. Вот так надо. Олег, нет. Дело, видишь, опасное. Пойдем дальше. Цепь может сорваться в любой момент. Там интересно. Пойдем дальше.